По доходам бюджет составит 20 миллиардов 273 миллиона. По расходам 21 миллиард 340 миллионов рублей. Более 21 миллиарда рублей планируют направить на реализацию 27 различных социальных программ, включая софинансирование по федеральным проектам. Как отмечают специалисты профильного департамента администрации города, бюджет, как и в предыдущие годы, остается социально ориентированным. К обсуждению, какие отрасли и сферы нуждаются в дополнительном финансировании в 2024 году, на этот раз присоединились и рядовые горожане. Много мы получаем предложений. Вот сегодня мы слышали много вопросов, которые касались отрасли ЖКХ. И, кстати, забегу вперед, если депутаты Хабаровской городской думы нас поддержат, бюджет отрасли будет увеличен на 2024 год. Помимо вопросов о сфере ЖКХ, участников слушания интересовало, как будут работать муниципальные предприятия. Прозвучали вопросы от жителей по темам благоустройства, работы общественного транспорта, обустройстве остановок, молодежной и информационной политики. Они обязательно будут учтены в дальнейшей работе. Для нас, для депутатов, очень важно принимать участие вместе с общественностью в таких публичных слушаниях, слышать чаяния и пожелания жителей города Хабаровска, чтобы при принятии бюджета на площадке Хабаровской городской думы, на рассмотрении бюджета на профильном комитете, мы могли отразить пожелания жителей города Хабаровска в данном бюджете. В ближайшее время скорректированный проект бюджета будет направлен мэру города, а также в комитет городской думы. Окончательное утверждение главного финансового документа Хабаровска состоится на одном из заседаний Гордумы до конца этого года. Александр Лихачев, Константин Пестерев, «Большой город».